Около 9 часов утра 26-летняя жительница Суворовского района возвращалась к себе домой. В подъезде на нее набросился неизвестный. Ударив несколько раз пострадавшую по голове, нападающий сорвал с шеи девушки золотую цепочку с крестиком и попытался скрыться. Но ему не повезло. Но смелая женщина-следователь не побоялась, вступила с ним в схватку, задержала его. Однако грабителю удалось вырваться, он пытался скрыться. Девушка начала его преследование уже на улице, стала звать на помощь. В это время подоспели прохожие и помогли ей задержать указанного гражданина. Грабитель понял, что отрицать свою вину бесполезно, и во всем сознался. Как выяснилось, мужчина уже привлекался к уголовной ответственности за аналогичное правонарушение. Сейчас в отношении злоумышленника начато уголовное производство по статье «Грабеж». О своем комическом проколе мужчина теперь будет рассказывать в местах не столь отдаленных. Учитывая недавнюю судимость, вполне вероятно, что ближайшие 6 лет нерадивому грабителю придется провести за решеткой. Дмитрий Долматов, Новая Одесса.